Привет, друзья! Сегодня приготовим вкуснейшее ароматное рождественское печенье Маггенброд. Оно очень легко готовится и по вкусу напоминает всеми любимые пряники. Друзья, хочу порекомендовать вам канал врача-психотерапевта, диетолога с 20-летним стажем, автора книг Сергея Обложко «Как убрать живот», «Как справиться с вечерней тягой к еде», «Как есть сладкое, хлеб и макароны и сбрасывать вес» и много полезной информации и эффективных методов. Каждую неделю прямой эфир реально похудевших по его программе. Ссылка на канал в описании под видео, переходите и подписывайтесь. В миску кладу сливочное масло комнатной температуры. Добавляю сахар и все разминаю вилкой. Всыпаю специи, какао и хорошо перемешиваю. Добавляю одно яйцо и вливаю 1 столовую ложку воды. Все перемешиваю. Добавляю разрыхлитель, курагу и любые измельченные орехи. У меня фундук. Частями всыпаю просеянную муку и замешиваю тесто. Тесто густое, пластичное и не липнет к рукам. Кладу его в пакет и убираю в холодильник на 20 минут. Затем раскатываю и делю на 4 части. Каждую часть раскатываю в валик диаметром примерно 3 сантиметра. Выкладываю на противень и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Готовлю глазурь. Для этого смешиваю сахарную пудру и лимонный сок. Лимонный сок добавляю постепенно и добиваюсь необходимой консистенции. Она должна быть вот такой. Готовый Маггенброд покрываю еще теплым глазурью. Затем сразу разрезаю на небольшие кусочки. Делаю это наискосок, чтобы сверху было похоже на ромбики. Если вы еще не пробовали такое вкусное и ароматное печенье, то стоит обязательно его приготовить. Удачной вам выпечки, уютного настроения и до новых встреч!